Вы развязали войну! Вы получали от нее удовольствие! Вы зарабатывали на ней! Не хочу, чтобы ваши дела запятнали мою репутацию. В бизнесе нет места добродетели. За это один приговор! Смерть! Носилки! Твоя семья ждет тебя целых 4 года. Твой отец будет счастлив, когда ты вернешься, даже с изувеченным лицом. А теперь, когда все закончилось, ты хочешь исчезнуть? От него ничего не осталось. Осталось. Это какой-то сумасшедший художник в маске, но его никто не видел. Хочешь рисовать памятники мертвым? Нет, он говорит живым. Это отлично. А что потом? Он говорит, берем деньги и бежим. А в какой сфере вы трудитесь? В самой низшей.